Добрый вечер. Сегодня мы должны закончить недельный раздел ЦАВ. Это будет последний урок по этому разделу. И тема, на которой остановимся подробно, тема, которую затронули на предыдущем уроке, она связана с одним из жертвоприношений, упомянутых в этой главе. Напомним, что есть, что основные классы жертвоприношений – это ола, хатат и шламим. То есть есть всесожжение, жертвы, которые целиком сжигаются на жертвеннике, есть очистительные жертвы, которые приходят для искупления греха. Часть сжигается на жертвеннике, часть едят коаним, священники, а есть шламим. Так называемые мирные жертвы, которые представляют собой совместную трапезу, в которой участвует и жертвенник, и коэн, и хозяин, тот, кто принес эту жертву. Есть различные виды шламим. Один из них, на котором мы остановились более подробно, это курбан туда, то есть благодарственная жертва. И с одной стороны, это шламим, как и все остальные виды шламим, а с другой стороны, есть различия. Различия и в законах. Прежде всего, кто приносит эту жертву? Как Раши объясняет, цитируя Талмуд в трактате Брахот, есть четыре, как минимум, категории людей, которые должны приносить эту жертву. Люди, и общий знаменатель всех этих четырех категорий – это люди, которые попали в беду, которые были в очень плачевном состоянии. Человек, который пересекал море, даже если ничего не случилось и шторма не было, на самом деле он был в опасности. Человек, который пересек пустыню и, слава Богу, добрался до населенных пунктов. Человек, который был в заключении и освободился, вышел на свободу. И человек, который был болен и выздоровел. Вот эти четыре категории людей – должны выразить благодарность Всевышнему, понимая, что спасение и обретение вновь мира и спокойствия пришло не само собой, а это дар Божий человеку. И принесение этой жертвы должно выразить понимание того. Законы, которые выделяют благодарственную жертву, во-первых, сокращается время, в которое можно есть эту жертву. Вообще у всех жертвоприношений есть лимит времени, в который можно ее мясо есть. И как только этот лимит исчерпан, то оставшееся мясо становится нотар. Оставшееся мясо его есть нельзя. Что касается шламим, обычно Тора устанавливает, это шней ямим вилайла эхад, то есть это день, в который было принесено это жертвоприношение. Следующая за ним ночь и еще один день. А вот что касается шламим, то здесь время ограничено и укорочено. Всего лишь только день, в который была принесена эта жертва, и следующая за ним ночь. Все. На рассвете это становится уже нотар, запрещенным мясом, есть его дальше нельзя. И еще то, что выделяет благодарственное жертвоприношение из всех остальных, это необходимость вместе с жертвенным животным, которое приносится, принести еще четыре вида хлебных предложений. А именно, по 10 хлебов из каждого вида, 4 вида – это 3 вида маца и 1 хамец. Хамец, то есть хлеб из обычного взошедшего теста, 3 других вида – это маца, то есть из теста, которое не закисло, и это лепешки тонкие, подобных той маце, которую мы едим на Песах, это халы, то есть хлеба из невзошедшего теста, и еще дополнительные булки из заварного теста, то есть тесто невзошедшее, но оно сварено, и только после того, как оно сварено, оно выпекается.
по одному хлебу из каждого вида дается коину, остальное съедает тот, кто принес эту жертву. Хотелось бы немножко углубиться в вопрос вообще понимания благодарности, и, может быть, это понимание приблизит нас и к пониманию определенных деталей этого жертвоприношения. Талмуд в трактате Брахот говорит следующую вещь, что с того дня, как был создан мир, не было человека, который воздал бы благодарение Богу, пока не появилась Леа, Леа, жена нашего праотца Якова. Вот она, когда родился у нее четвертый сын Иуда, сказала: «Апам одеет Ашем», вот на этот раз я возблагодарю Бога. Вот это был первый раз, когда человек воздал благодарность Богу. Понятно, что это, по крайней мере, непонятно. Точнее, уж совсем-совсем непонятно. Секунду. Выключить только телефон. А что, не было до того времени, со времен Адама, через всех его потомков, Ноах, который пережил потоп и выжил живым, когда в иллюминатор своего ковчега мог видеть, как погибало все остальное человечество, Авраам, Ицхак, они что, не благодарили Бога? Как можно такое сказать, что пока... Слова действительно «Апам удэй дашем», на этот раз я возблагодарю Бога, они вот в такой форме упоминаются в Торе впервые. Ну, понятно же, что это только упоминание, но разве можно сказать, что не было до сих пор никого, кто благодарил Бога? Мидраш приводит такую притчу. Притча о коине. Коин, которому один человек дал в большом количестве труму. Трума – это та часть урожая, который вырос Израиль, которая отделяется, она становится святыней, и ее земледелец должен отдать коину. Он сам может решать, какому коину, но в любом случае самому и никому другому есть эту часть нельзя, ее нужно дать коину. Так вот, был один коин, который получил большое количество от одного землевладельца, получил большое количество трумы. А потом он получил еще один, называется, скромный подарок, немного плодов от другого человека. Это уже была не трума, а обычная, это уже называется хулин, обычная затрапезная пища. Получив этот скромный подарок, он горячо-горячо поблагодарил человека, который дал ему этот подарок. При всем присутствовал тот землевладелец, который еще незадолго до этого дал ему труму в большом количестве. И он не удержался и спросил: как же так? Я тебе дал такое, так много, я дал тебе такой большой подарок, и вообще-то никаких слов благодарности от тебя не услышал. А тут человек дал тебе совсем немного, и ты его так горячо благодаришь. Ответ простой, сказал коин. Ты мне дал, конечно, много, но ты мне дал ровно то, что ты мне обязан был давать. Это твоя обязанность. Трума тебе запрещена. Ты обязан давать труму коину. Правда, конечно, ты мог дать ее другому коину. Слушай, наверное. Но какому-то коину ты обязан ее был давать. Какая тебе разница уже, какому коину? Дал мне, нет, я, конечно, благодарен, спасибо. Но это совсем не то. Это никак нельзя сравнить с тем, что дал мне этот человек. Он-то мне ничего не обязан. Он-то мне дал просто по своему доброму желанию. Мидраш этот наводит нас на мысль о том, что
что такое настоящая благодарность? Когда она возникает? Что для нее необходимо? Для нее необходимо сознание человека, что он получил то, чего он не заслуживает. Пока человек думает, что он получает от других то, что он заслужил, то, что должно быть его, то, что ему кто-то должен. Кто-то, это может быть люди вокруг, его близкие, это Бог, природа, неважно кто, но это мое, по праву мое. У такого человека благодарности не возникает. Нет, безусловно, такой человек может быть воспитан хорошо, и будучи хорошо воспитан, он учтиво скажет спасибо. Но это попросту его внешняя учтивость, а не ощущение благодарности, а не настоящая благодарность. Это совсем другое. Если так, то мы сможем, может быть, понять то, что говорят мудрецы в Талмуде, что до тех пор, пока Леа не возблагодарила Всевышнего за четвертого сына, настоящей благодарности в мире не было. Почему? Конечно же, люди были благодарны. И Адам, и Ноах, и Авраам. Разве люди не ощущали и не понимали того, что Всевышний дал им жизнь, существование, и дает им постоянно возможность существовать, и дышать, и пищу, и воду, и... Да. Но люди при всем при том знали, что это часть божественного плана творения. Всевышний сотворил этот мир. А для какой цели? Мы никогда не сможем дать ответ на вопрос, для чего Всевышнему был мир. Мы сможем только сказать о той цели, которая раскрывается уже в сотворенном мире. А в сотворенном мире, как объясняет это Рамхан, и в Дерех Ашем, и в Месилат Йешарим, Всевышний, поскольку ему самому ничего не нужно, то он создал этот мир для того, чтобы давать благо другим. Вот это та цель, которая раскрывается в творении. Замечательно. Но если эта цель, с того момента, как Всевышний поставил перед собой эту цель, ради которой он сотворил желание давать другим, но с того момента, как это желание сотворено, с того момента, как это желание существует, то оно должно быть удовлетворено. Значит, прежде всего должны быть другие, те, которые будут это благо получать. Если Всевышний поставил своей целью давать благо, значит, должны быть его получатели. И после того, как эти получатели есть, они должны это благо получать. Таким образом, выходит, что, одаряя людей благом, Всевышний тем самым удовлетворяет созданное и запущенное им желание, стремление давать. Это не то, что у него есть это стремление изначальное, для того, чтобы его удовлетворить, он создает мир. Нет, еще раз, нужно, как говорится, ни в коем случае. Это жуткая ересь так считать. Всевышний, он абсолютно самодостаточен. Но если он поставил своей целью создать мир для того, чтобы одарять благом, то уже внутри мира, уже когда мир создан, то в нем действует это стремление давать благо. А мы, люди, получая это благо, то мы тем самым помогаем Всевышнему удовлетворять это стремление и помогаем ему реализовать тот план, ту цель, ради которой мир создан. Если мы это понимаем, и это действительно правильное понимание, то трудно ощутить здесь, что мы получаем то, что мы получаем незаслуженно. Заслуженный, незаслуженный вопрос не о заслугах. Имеется в виду, что
Но ведь для реализации плана творения нужно же, чтобы мы существовали и мы получали. Поэтому вот это вот понимание того, что получение нами блага, оно является частью вселенского плана сотворения мира, она-то и мешала ощущению полной абсолютной благодарности, смысл которой именно в том, что человек ощущает, что он получает то, что не заслужил совсем. У Леи так было. С точки зрения плана творения в мире должен был появиться еврейский народ. Он должен был произойти от Якова. Яков должен был жениться на 4 женах. Если так, то вроде справедливость говорит, что каждая из жен должна была принять участие в создании еврейского народа. Простая арифметика, 12 сыновей делим на 4 жен, получается по 3 каждый. С самого начала Яков женился на Лее. Она родила ему одного за другим 3 сыновей. Реувен, Шимон и Леви. И вот неожиданно для себя она рожает еще одного, 4 сына. Да, этот сын, он необходим в плане творения, да, безусловно, конечно. Но с точки зрения плана творения совершенно нет никакой разницы, от кого он произойдет. От кого из жен? 4 жены у Якова. Любая из них могла родить его. Более того, было бы даже, пожалуй, более справедливо и более как-то красиво, если бы у всех было поровну. Здесь она, хапам, одеет Ашем. На этот раз я поблагодарю Бога, на этот раз имеется в виду, что здесь я получила то, что никак не должна была получать. Оно никак не мое, оно никак не заслужено. Вот это вот ощущение получения того, на что ты совершенно не имеешь ни прав, ни заслуг, что это чисто даром, совершенно даром. Вот это вот ощущение настоящее и выразила Леа, назвав своего сына Иуда. И имя это оно выражает точно. Корень «хода» он означает 2 вещи. Первое – признание, второе – благодарность. Кстати, в русском языке они добавляют друг друга. Мы говорим «я вам очень признателен», то есть «я признаю, что вы мне сделали благо», «я признаю, что я его ничем не заслужил», и поэтому я выражаю вам свою благодарность, признательность. Иуда – признание. Признание того, что действительно не заслужил, и отсюда благодарность. Так говорят наши мудрецы. Интересно, что, может быть, зададим такой вопрос. Нам, для нас, быть благодарными, это естественно? Есть у нас такое желание выражать свою благодарность? Или, наоборот, нам это трудно? С одной стороны, народная мудрость говорит, что ни одно хорошее дело не должно остаться безнаказанным. Значит, вместо того, чтобы благодарить людей, которые делают нам добро, мы стараемся нередко еще делать им гадость. Значит, наверное, благодарность нам трудна. А с другой стороны, если мы ознакомимся с утверждениями психологов, то они говорят совершенно другое. Например, утверждается, что человек не любит быть в долгу, и поэтому в тот момент, когда он ощущает, что ему кто-то сделал какое-то благо, то он тут же, вполне естественно, что он захочет воздать благом. Это вроде бы естественно. На этом строятся, например, тактики убеждения людей.
Вот, например, описывается следующая тактика. Представим себе, к человеку приходит какой-то общественный деятель и говорит ему: знаете, в нашем районе здесь произошло несчастье, есть один человек, который тяжело болен, он лежит в больнице, и он совсем плох, и некому его навещать, поэтому мы вот решили, что мы будем по очереди все его навещать, и каждый должен просидеть у него по графику 4-4,5 часа. Вот я вас тоже запишу, да? У человека ёкает сердце, 4,5 часа сидеть в больнице, сказать: ой, вы знаете, нет, я очень занят, я не... Ну, хорошо, говорит общественный деятель, ладно, тогда дежурить вы не будете, ну, тогда, по крайней мере, помогите деньгами. 200 шекелей вы нам дадите? Да-да, конечно, возьмите, пожалуйста, пожалуйста. Замечательно. А если бы человек, этот общественный деятель, сразу, с самого начала подъехал к нашему герою и попросил бы у него 200 шекелей на помощь? Потому что человек сказал: 200 шекелей, знаете, мне сейчас немножко... 50 я вам дам, хорошо? А почему же он сейчас умел его раскрутить на 200? Очень просто. Сначала он наехал на него с жутким требованием. Да? Иди и дежурь в больнице у чужого человека 4,5 часа. А когда он потом ему от этого требования отказался и простил ему это, то у человека возникло желание отблагодарить его. И таким образом он дал куда больше, чем мы дал. Делали даже психологи такие опыты, брали, скажем, две группы людей, с которыми работал там агент по продажам или страховой агент. Он должен был убеждать людей купить у него страховую полису или еще что-то. В одной группе людей он просто их убеждал, а в другой группе он еще бегал людям за Кока-Колой. И если сравнивать по процентам, где ему удалось больше продать этих самых своих там товаров или страховых полисов, получалось вот даже такая элементарная вещь, что он сбегал людям за Кока-Колой, и у людей возникает больше желания ему ответить. Значит, получается, что вроде у нас есть такое желание быть благодарным. Но на самом деле это не желание благодарить. На самом деле это упорное нежелание ощущать себя обязанным кому-то. Мы не любим ощущать, что кто-то, в результате того, что кто-то нам сделал какое-то благо или добро, ощущать себя обязанным ему. Это для нас ужасно, это мы не выносим. Возможность избавиться от такого неприятного ощущения, она не единственная, а есть несколько возможностей. Одна возможность – это воздать благом за благо. Да? И тем самым мы снимаем это ощущение того, что мы кому-то что-то должны. Все, я его отблагодарил, я ему уже ничего не должен, все хорошо. А есть другой способ – это решить, что на самом деле ничего хорошего он мне не дал. А если и дал что-то хорошее, то только потому, что был обязан дать. Как тот самый Коэн сказал человеку: да, конечно, ты мне дал кучу-кучу, ты мне дал жутко много зерна. Но какого зерна? Труму ты мне дал, которую ты должен был мне давать. И тем самым мы гасим у себя это ощущение того, что мы как бы обязаны, мы ничего не обязаны, а что он мне дал? Он мне дал то, что ему полагается давать. И вот это самое стремление принизить понимание того, что другой нам дал, для того, чтобы не чувствовать себя обязанным ему, оно и лежит в основе того, о чем мы говорили раньше. Почему говорят мудрецы, что до тех пор, пока не пришла Лея, никто по-настоящему Бога не благодарил? Конечно, благодарили. Безусловно, была благодарность, но к ней примешивалось немножко ощущение того, что да, конечно, Всевышний нас создал, кормит, поет и прочее, но ведь это же часть плана его творения, ведь он же нас создал для какой-то цели, и мы своим существом и жизнью мы реализуем эту цель его, значит, даже если немного этого ощущения примешивается, то это уже не та самая благодарность, которую выразила Лея. У Леи была благодарность чистейшая.
ни на копеечку, ни на сколько там не было осознания того, что кто-то ей что-то должен. Нисколько. Абсолютно ничего. И вот это настоящая благодарность. А есть еще одна притча, которую приводит Хавот аль-Вавот. Он говорит о человеке, благодетель, хасид, благочестивый человек, в жизни занятый помощью другим. Среди прочих его добрых дел он когда-то взял себе домой сироту, маленького ребенка, выкормил его, выпоил его, воспитал, дал ему образование, нашел ему невесту, женил ее. А еще был другой случай, когда тот же самый благодетельный человек узнал, что в его городе находится в заключении какой-то человек, которого посадили, ни за что, ни про что пытаются ему, шьют ему дело. Человек постарался заступиться за него, поговорил с кем-то, объяснил кому-то, задействовал какие-то свои знакомства, и, слава Богу, его отпустили. Когда его отпустили, поскольку человек был не местный, то перед тем, как освободившийся этот узник вернется к себе домой, благодетель взял его к себе, и он ночью у него ночевал. На утро, когда распрощался с ним, он был так ему благодарен, до слез. Спрашивает Хавот аль-Вавот, давайте теперь подумаем сами, кто должен быть больше благодарен вот этому самому благочестивому человеку? Сирота, которого тот два десятка лет содержал, как своего собственного сына, кормил, поил, одевал, обучал, все ему дал. И другой человек, за которого он замолвил словечко, там, где нужно было, реализовал какие-то свои знакомства, и один день он его у себя подержал. Очевидно, что благодарность большую должен испытывать сирота. А на деле что получается? А на деле все мы прекрасно понимаем, что получается наоборот. Что тот, кто больше благодарил этого благочестивого человека, был освобожденный им заключенным. Почему? Ведь он получил на самом деле меньше. И здесь уже мы не можем это объяснить той притчей, которую говорят мудрецы в Мидраше, коэн с трумой. Он не был не обязан ни тому, ни другому. Никому ничего не был обязан. В чем же дело? Здесь выступает вторая проблема. А именно, поскольку сирота получал это благо, он получил его действительно даром, но он получал его день за днем, день за днем, день за днем. Он к нему привык и воспринимает его как само собой разумеющееся, как положенное. На самом деле ему ничего не положено. Но он же день за днем получает, день за днем его кормят, день за днем его поют. И каждый раз ему покупают новую одежду, и каждый раз его... Более того, если когда-нибудь ему захочется велосипед, а его благодетель скажет, что сейчас он велосипед купить не может, потому что у него сложность с деньгами, так парень еще и обидится, почему ему велосипеда не дают. Чем он хуже всех других? Вот эта проблема серьезнейшая, которая мешает нам чувствовать благодарность и благодарить, когда даже то, что на самом деле мы не заслужили, то, что нам никто вообще не обязан давать, мы воспринимаем это как естественно, как это отражается на нашей жизни. Когда-то я читал очень интересную книгу. Книгу написал один израильский молодой тогда психолог. Я уже не помню его имя. Название ее хорошо помню, называлась она «Психолог Бейшеват Бреслов». То есть психолог в Бресловской ешиве.
предисловии книги излагалась история создания этой книги. А история была такова. Молодой человек должен был написать дипломную работу по психологии. И он решил, выбрал себе в качестве темы психологию человека, который в зрелом возрасте приближается к религии. Конкретно он не собирался заниматься людьми, которые приближаются к другим религиям, ни к христианству, ни к исламу, а имел в виду то самое явление, которое в 80-е годы получило название Хазара Бетшува. Тшува. Человек, который собирается делать такую дипломную работу, понятно, что для начала надо было бы изучить существующую литературу, прежде чем заниматься какими-то исследованиями. Ну, литература-то не оказалась, потому что вся литература, которая была написана, она как раз была написана о людях, которые приходят к христианству. Это основная масса этой литературы. И парень довольно быстро понял, что это сюда не подходит, потому что процессы здесь совершенно иные. Это работает по-другому. Ну, а если так, как же ему понять, как это работает? Каким образом? Как происходит изменение личности человека? Как происходит реорганизация, перестройка человеческой личности? А тшува означает именно перестройка личности. Наблюдать это снаружи, снова было понятно, что это будет очень непрофессионально. Значит, оставался один способ – поставить этот опыт на себе. То есть попробовать начать исполнять, соблюдать заповеди и посмотреть, как их соблюдение будет влиять на сознание, на психологию человека. То, что назвал этот парень «я-лабораторией», организовать такую «я-лабораторию». Это был вроде бы правильный выход, но он тут же понял, что, скорее всего, и здесь ничего не получится, а именно. Потому что если он действительно серьезно будет им заниматься, кончится тем, что он действительно сделает тшуву, он перестроит свою личность настолько, что в какой-то момент ему весь этот, вся эта дипломная работа перестанет быть интересной. И то, что ему будет интересно, это продолжать уже образ жизни по Торе, а не свое исследование. Как же ему, с одной стороны, как съесть торт так, чтобы он остался целым? И он нашел гениальное решение. Он ограничил себя жестко по времени. Он решил, что он будет соблюдать ряд заповедей. И на соблюдение каждой заповеди выделил время. Он будет соблюдать там субботу целый месяц. Он будет делать что-то 3 недели, а что-то будет 2 месяца и так далее, так далее. И таким образом он, с одной стороны, обращал внимание на происходящие в его психике процессы. А с другой стороны, он знал, что он в это не влезет. Среди заповедей, среди вот этих моментов образа жизни, один из них был «Тилат Ядаим», потом «Соблюдение субботы», а третий был, как он назвал это, «Леварех Валиодот», то есть «благословлять и благодарить». Произнесение благословений, произнесение благодарных молитв. И он стал на практике это делать. И вот очень интересно, его первые ощущения после нескольких дней или нескольких недель такой практики, они действительно очень интересны. На что он обратил внимание? Что жизнь раскрылась перед ним совершенно иначе. Потому что если раньше человек все обычное, ежедневное, включая, безусловно, положительные вещи, как то тихий прохладный вечер в Иерусалиме после жары, как то разговор с женой, как то совместный обед с другом, прогулка, машина, которая плавно едет по шоссе. Все эти вещи воспринимались как само собой разумеющиеся. Когда человек вообще это замечал, только когда что-то отказывало, когда вместо задушевной беседы с женой возникала ссора. Здесь сразу начинался негатив, отрицательные эмоции. Когда машина вместо того, чтобы завестись утром,
чихала, кашляла и не заводила. Здесь человек ее проклинал, как это там было в этом самом фильме, «Будь проклят день, когда я сел за руль этого, за баранку этого драндулета». Когда человек звонит и пытается дозвониться до своей матери, она не подходит к телефону и так далее, и так далее. Получается, что человек в основном концентрирует свое внимание на негативе. Тогда, когда не получается, это когда плохо. Потому что он привык, что все как тот самый сирота из книги «Ховот аль-Вавот». Он привык к тому, что он все получает. Он привык к тому, что все нормально. И все нормально-нормально. Он не реагирует на это. Он не чувствует необходимость благодарить. Когда он замечает что-то вокруг себя, когда ненормально идет. Когда негатив идет. И так вся жизнь становится в основном сборищем негативных впечатлений. А что делает эта практика благодарности? Это умение остановиться и почувствовать благодарность за те самые элементарные, ежедневные, постоянные вещи, которые нас окружают. Человек пришел голодным, нашел в холодильнике еду, остановился и сказал браху, выразив благодарность Богу, который позаботился о том, что у него есть, что есть. И так далее, и тому подобное. Вот это вот очень четкое наблюдение, проведенное наблюдательным человеком, оно и вскрывает вот ту механику, тот механизм, почему на самом деле, каким образом нам удается бороться со своим этим самым естественным ощущением того, что мы обязаны. Мы просто не замечаем того, что творится вокруг нас. Все положительное и все, что есть вокруг нас, мы, в том числе и люди, которые уже живем религиозным образом в жизни, и мы даже машинально, автоматически бормочем благословение на еду, которую едим, и так далее. Это все, но это все у нас, в отличие от того самого парня, который все это делал сознательно первые 3-4 недели в своей жизни, у нас это уже превратилось в рутину. И мы тоже воспринимаем это все как само собой разумеющееся. И поэтому жизнь становится блеклой, серой и бесцветной. Если ощутить действительно то, как ощутила Леа, что то, что мы получаем то, что никоим образом не заслужили никак, ни на копеечку, вот тогда появится настоящая благодарность. Попробуем еще чуть-чуть углубить этот вопрос. Когда человек приносил эту благодарственную жертву, когда он попадал в беду, и Бог его вызволял из беды, тогда сознание человека действительно... То есть то, что Всевышний его до сих пор десятки лет кормил, поил, держал его, человек не замечает. Но когда он был в беде, и Бог его вызволил из беды, вот здесь есть достаточно сознания того, чтобы благодарить. Ведь если мы верим в Бога, то мы на самом деле должны были посмотреть на все это иначе. Я помню историю, которую любил рассказывать один из пионеров, Шувы, из пионеров приближения евреев к Торе, Раб Ноах Вайнберг, Зехер Цадик Левроха, руководитель Ишивы Эша Тора. Он рассказывал о том, что он выступал в одном... в кампусе одного из американских университетов, говорил со студентами. И после лекции к нему подошел один парень, как выглядели студенты конца 70-х годов, длинноволосые, одеты в лохмотья. И сказал ему: «Рабе, я не очень понял то, что вы говорили, немножко. Но вообще-то я должен сказать вам, что я в Бога верю». Спросил его Рав Ноах Вайнберг: «А почему, на основе чего ты веришь в Бога?» «Ну, вы знаете, у меня в жизни
произошел такой случай, сказал студент, что ну вот судите сами. Поздно ночью это было. Я гнал на своем мотоцикле по пустынному хайвею на большой скорости. И вдруг на повороте я вижу, что прямо на меня несется здоровеннейший грузовик. Он несется по моей стороне. Почему, я не знаю. Он должен был ехать по противоположной стороне, но он несется, то ли он был пьяный, то ли он был накачавшийся, не знаю, но он едет прямо на меня. Увернуться уже возможности нету, потому что узкая дорога, бетонные бортики с обеих сторон. Что остается делать? Только одну вещь я успел подумать. Что мне лучше, влететь в него лбом или свернуть руль и влететь в бетонный бортик? Я так решил, что сила столкновения, когда есть лобовое столкновение, то сила намного больше, поэтому лучше мне врезаться в бортик. Я резко свернул руль, и вы представляете, рамы? Там, в том самом месте, у бортика оказались сложенные покрышки, резиновые. Я на всей силе врезался в эти покрышки, меня отбросило назад, я вылетел из седла своего мотоцикла, перелетел через грузовик, шлепнулся на дорогу. Конечно, без травмы не обошлось, довольно сильно побился, но я остался жив. А теперь, рабы, скажите, пожалуйста, ну кто положил там эти самые покрышки резиновые в том самом месте, где я врезался в борт? Сказал Рыбной, да, ты прав, конечно. Это только Всевышний, только Творец мира положил их там. У меня к тебе только один вопрос. А кто послал тебе этот самый грузовик навстречу? Язычник, в том числе человек, даже, может быть, который считает себя религиозным, но недалекий, он воспринимает мир именно так. То есть в мире есть природа, есть всякие нехорошие силы, а Всевышний – это, как это говорят европейцы, the good God, добрый Бог, боженька такой, как мы сегодня говорили. Он такой дед всевед, который всех любит, всех жалеет и всем раздает, как профсоюзный деятель, раздает всем возможность съездить на за субсидированную цену в гостиницу, еще куда-нибудь. Там. Он такой вот профессиональный вызволитель из беды. Беда откуда-то приходит, она существует, а Господь Бог изволяет из беды. И каждый раз, когда Он изволяет, мы чувствуем благодарность. Да, но эту беду Он наслал, никто другой. А если так, то откуда благодарность? На что это может быть похоже? Будем ли мы выражать благодарность какому-нибудь дрычуну, который полез к нам с кулаками, выбил нам несколько зубов, а потом оплатил счет у дантиста, когда нам поставили протез вместо выбитых зубов? Ему что, нужно благодарность за это? Но ведь он же нам выбил-то зубы. Да, конечно, оплатил счет за вставленные зубы, но лучше бы их не выбивать и потом не вставлять. Так почему тогда мы должны чувствовать благодарность Всевышнему за избавление из беды, если в эту беду Он нас сам завел? Ответ он вот какой, что пример, который я привел, он неправильный. А именно пример с дрочуном, который сначала выбил нам зубы, а потом готов заплатить за протезы, неправильный пример. Более правильный пример будет с зубным врачом, который обнаруживает у нас больной зуб. Зуб гнилой. И не только, что он болит. Многие люди готовы смириться с зубной болью, потому что они жутко боятся идти к зубному врачу. Но и врач видит, что если сейчас этот зуб не вырвать, то кончится это воспаление, вся челюсть воспалится, а тогда уж совсем плохо. И врач, причиняя нам боль серьезную, настоящую, вырывает этот зуб, а потом вставляет вместо него другой.
здесь, безусловно, мы должны чувствовать благодарность, потому что человек не просто вырвал нам этот зуб, вырвал нам зуб нам же на пользу. Это не просто он нам выбил зуб, как тот самый драчун, а потом позаботился о том, чтобы вставили вместо него другой зуб. Нет. И то, что вырвал-то этот зуб, это нам на пользу, иначе нам было бы хуже, мы бы заработали вообще бы воспаление всей челюсти. То же самое и с нашими бедами. Беды не приходят сами. Беды – это, как это называлось, не стихийное бедствие и не случайное. Если беды приходят, то, скорее всего, мы их заслужили. Мы своим неправильным поведением заслужили того, что Всевышний посылает нам беды. Некоторые беды приходят для того, чтобы нас встряхнуть, чтобы мы обратили внимание на то, что происходит, на то, как мы себя ведем. Это, как Рамхаль называет их в Дерех Ашем, это страдание пробуждения. Это беда, которая приходит для того, чтобы пробудить. Другие беды могут приходить для того, чтобы искупить какие-то грехи. Не будем сейчас входить в детали, но по крайней мере очевидно, что просто так сами по себе беды не приходят. И в большей части случаев мы эти беды заслужили. Не обязательно как наказание, это может быть как предупреждение, как искупление. Но это наша работа. Беду мы заслужили. Избавление от беды не заслужили. То есть Всевышний избавляет нас от тех самых бед и от тех страданий, которые мы сами заслужили, и мы сами виноваты в них. Если мы понимаем, и еще раз возвращаюсь к тому, что говорят мудрецы, что по-настоящему настоящая благодарность – это благодарность, которую выразила Лея. Почему? Да потому что она выразила благодарность, понимая, что она получила то, чего никак не заслужила. Что человек получил? Избавление от беды? Нет, не только. Вот это вот ощущение того, что он даром получил незаслуженное избавление от беды, оно по-настоящему возможно, если ему предшествует другое понимание, что беду мы таки да заслужили, избавление нет, а беду заслужили. И от этой заслуженной беды Всевышний нас избавляет незаслуженно. Просто с точки зрения жесткого порядка управления миром, если мы заслужили беду, то мы должны ее... Называлось, этот срок нужно отмотать до конца. А Всевышний нас избавил. Вот за это должна быть благодарность. Вот отсюда, вот такое понимание, оно и приведет к настоящей благодарности. Поэтому... Может быть, давай скажем еще больше. Если человек хорошо понимает это, то его благодарность не должна быть только с самим фактом благодарности Всевышнему, принесения жертвы, когда был храм, или произнесения благословения, Беркат Агумель. Должна быть еще одна вещь. Как сказал царь Давид, «Оду ла-Ашем китов ки ле-олам хаздо». Царь Давид видел необходимость в этом, и это лейтмотив многих из его псалмов. Почувствовав милость Всевышнего, то, что Всевышний дает и одаряет его благом незаслуженным, необходимо не только это чувствовать, необходимо еще рассказывать об этом людям. То свое ощущение, которое человек переживает, понимая, что он получил даром благо Всевышнего, нужно об этом рассказать людям. Но делиха унисаперты иратеха. Так мы говорим в молитве Шмонаэсре. Но делиха. Мы тебя отблагодарим. Точка? Нет, есть продолжение. Унисаперты иратеха. И мы расскажем твою славу. Кому расскажем? Другим людям вокруг себя. Хотя Барбанель интересно объясняет, почему мы говорили, что благодарственная жертва и время, лимит времени, в который ее нужно съесть, укорочен по отношению к другим шламим. Всего лишь тот день, в который принесена жертва, и до утра. День и ночь. Почему так? Говорит, Барбанель очень просто. Мяса-то много, сам не съешь. Как можно съесть какого-нибудь барана?
Значит, что человеку придется делать? Ему придется приглашать других людей себе за стол. Спросит его Рабиновича, а что, вокруг чего? Маме сибалами сиба, как говорится, вокруг чего застолье? И тут он расскажет, что на самом деле это благодарственная жертва, потому что он был в беде, потому что так произошло. И это благодарственная жертва. Тем самым Тора хочет, чтобы как можно больше людей слышали об этом. Как можно больше людей услышали сам рассказ о и о беде, и о спасении, и тем самым стали соучастниками благодарности. Все, что мы сказали, даст нам возможность понять некоторые детали, может быть, не все, но, по крайней мере, некоторые детали самого этого жертвоприношения. Четыре вида хлеба. Обычно все, как говорит Талмуд, «Коля миноход баот хамец», все хлебные жертвоприношения в храме, они все маца. Хамец в них исключается. Хамец – это символ, мы знаем, яйцер ара, символ наклонности человека, нехорошей козлу. Когда приносится благодарственная жертва, то из 40 хлебов 10 должны быть хамец. Почему? Яйцер ара должен присутствовать во всей этой истории. Почему? Потому что мы знаем, что все началось с беды. А беда почему пришла? Я приношу сейчас благодарственную жертву за избавление от беды. А беда откуда взялась? А беда взялась из моих грехов. Кто помог мне эти грехи совершать? Яйцер ара. Необходимо, нельзя отрывать саму благодарность от сознания того, что беду-то я заслужил сам. А уже три вида мацы, они выражают разные аспекты благодарности уже самой. В том числе и необходимость, как, чтобы другие тоже приняли в этом участие. Сегодня у нас нет жертвоприношения, сегодня все, что у нас осталось, это только беркат агумель, благословение, которое произносит человек, который был в беде или в испытании, и с миром вышел. И там тоже мы видим его формулировка «Хагумель лехаевим товот шегмала николь тов». Мы благодарим Бога, который воздает лехаевим тем, которые провинились. И вместо того, чтобы их бить их по головам за то, что они проявились, он воздает им добро. Из всего того, что я сказал, следует еще одна важная вещь. Нужно... Я обязан поблагодарить Бога за то, что, несмотря на отсутствие голоса, дал мне возможность закончить этот урок почти до конца. И довести его до завершения, вместе с тем завершить эту главу ЦАВ. А следующий урок с Божьей помощью будет по недельному разделу Шмини.